Слушайте, мне нравится его. Анимация Лунтика была сейчас бомбезной. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. У нас с вами вторая серия кровавой истории Лунтика X. Снова Империя Яйкина. Империя Яйкина — это такая империя, понимаете, суровая. Они прям империалисты те еще. Яйкин — это, вы сами видели, лицо-то суровое у парня. То есть вы представляете себе, какая будет игра. Загрузка. Загрузка пошла, точечки грузятся. Все это что-то долго, нудно. Давай быстрее, 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 быстрее. И мы начинаем. Нажимаем снова Enter. Снова у нас это главное меню. Где здесь продолжение? Играть. Если я не ошибаюсь, мы должны выбрать вот вторую главу, да. Я же остановился тогда на первой, правильно? Глава вторая. Ад. Давайте посмотрим. Кстати, на чем первая глава закончилась? Я как-то уже, честно говоря, немного подзабыл. Но я думаю, мы сейчас вспомним, наверное. Вот у нас снова Кузя танцует, как Майкл Джексон, который танцует лунную походку, но наоборот. Поэтому это, наверное, солнечная походка, я не знаю. Что это были за звуки? Походу, реально надо валить отсюда. Где бы спрятаться? Но точно не тут. О, я спрячусь в пруду, дома у тети Моти, точно. Я пошел. Судя по этим звукам, тетя Моти не рад. Куда это ты, жалкий кузнечик, собрался? Я убил Милу, пчеленка, гусениц, а сейчас убью тебя. А потом я сделаю суицид, и Лунтик автоматически отправится на тот свет. Прощайся с жизнью, жалкий кузнечик. Какая мразь, а? Какая злодейская... Кто это? А что это за гремлин прилетел? Ах ты жалкая зеленая пчела. Ну ничего, споймаю вас обоих. Сяду в засаду и споймаю вас. Как же я зол. Ни хрена себе, слушайте. Суровый парень. А в это время сейчас будет написано, да? Ну да. А вот эту вот конкретную анимацию можно было бы немножко ускорить. Вот честно говоря, вот прям... Спасибо тебе большое, что спас меня от Лунтика. Ты так похож на пчеленка. Как тебя зовут-то? Кчеменок. Меня зовут Кчеменок. Я троюродный брат пчеленка. Я вижу, у вас тут полный ад. Мне тоже очень страшно, нам надо куда-то спрятаться. Спустя 10 минут. Кчеменок, я извиняюсь. Потрясающе, это лучшее имя, которое я когда-либо слышал. Я думаю, что в паспортном столе над ним просто усыкаются. Ну что вы, букашки мелкие, я вас споймал. И сейчас я кого-то отправлю за решетку в ад. И если ты не спасешь своего товарища, вы сдохнете. А почему он дает мне шанс это сделать? Теперь посмотрим, на что ты способен, жалкий кузнечик. Поехали. Ну сейчас мы, короче, будем убегать, да, я так понимаю. Инструкция. Лунтик X забрал Кчеменка в ад за решетку. Тебе нужно спасти Кчеменка за 20 секунд. Тебе нужно будет собрать 6 ключей и открыть замок. Ой, я извиняюсь, замок, наверное, да? Хотя, может быть, и замок. Может быть, это замок от замка, кто знает. После того, как ты спас его, ты должен убежать от Лунтика X. Но будет это все не так-то просто. Тебе будут мешать его препятствия, которые не дадут тебе сбежать. Желаю тебе удачи. Ну, посмотрим еще. Сейчас посмотрим, кто чего кому даст, сбежат, никому не даст. Так, а как прыгать? А, понятно. Ну вот, кстати, ключ, смотрите, первый. А как его взять-то? У него есть прыжок. Он... Что такое? Что такое? Ну ты дебил, что ли, блин, совсем? Ну я ж прыгнул. Он типа там ножонкой, он задел чуть-чуть лаву, и все, я обоссался от ужаса. Представляете себе, какое говно? Блин, сейчас. Хоп. Вот как я в прошлый раз подобрал, скажите? Вот как я... Я ж не подберу теперь опять. Я ж теперь опять это говно не подберу. Еще раз пробую. Давайте еще раз пробую. Вот. Ой, хорошо, яйцами-то задержался за... Так. Оба. Ага, прекрасно. Сколько? 4, да? Вот это 5-й ключ. А вот это типа 6-й. Ну в чем беда, я не пойму. Все, как бы, за 6 секунд мы успели. Ага, кузнечик жалкий. Нашел все-таки 6 ключей и освободил его. Ну что ж, а теперь сыграй в догонялки со мной, я тебя прикончу. Вы жалкие букашки, бегите! Я верну вас на землю, догонялки будут там. Блин, слушайте, у этого парня, у него явно перебор со злодейскими суперфразами, там, типа, суперзлодейскими высказываниями и так далее. Но мне, как бы, не очень-то сложно было найти твои сраные ключи. Ты не то, чтоб сильно старательно их прятал, как бы, они видны были. Но мы грузимся, теперь мы с этим кчеменком грузимся, значит, да? Подождите, на shift, да, на shift мы прыгаем, все. Кчеменку-то зашибись, он вообще летает, падла. Взял бы меня за руки, да полетел бы вместе со мной. Не, я вот это вот прыгать тут должен, как дебил последний. Да тебя вообще-то жизнь спас, собака. Летающий. Слушайте, мне нравится его. Анимация Лунтика была сейчас бомбезной. Фух, вроде оторвались. Зачем же Лунтик украл кристалл? Зачем? Ладно, пошли в соседний лес. Там спрячемся. Coming soon. Конец.
второй главы. Ни хрена себе, тут главы прям быстро проистекают что-то. Что-то быстро главы-то проистекают. Об игре. Crystal Games. Тут, там рок такой играет вообще. Металлище просто какое-то. А может и не совсем. Что-то пошли какие-то. Та-та-та-та. Я вначале думал, что это будет тяжелая музыка, но потом я слушаю такой ля-ля-ля-ля-ля. Sonic XZ, это саундтреки у нас. Игра из пещер зимы. Гигас, тема, Гипония, главная тема Лунтик, Лунтик, его друзья и другая музыка. Ну прекрасно, чё, а третья глава там есть вообще? Давайте уже посмотрим, на всякий случай, тизитры, может третьей главы там нет. Спрайты Яйкина, Яндекс, Фотошоп, картинки. Да, титры масштабные, знаете, даже в играх Rockstar Games таких масштабных титров не было. Но у меня один вопрос, это еще долго. Другие игры от компаний, которые создали данную игру. Лунтик А, Лунтик Соси 2, Лунтик X Детский Кошмар. Слушайте, послужной список-то нормальный. Лунтик XXZ, серьезно? Интересное название, да, определенно. Ну, в общем-то, понятно. Кликни мышкой, чтобы выйти. Окей, давайте попробуем запустить все-таки третью главу. Играть, поехали. Давайте, поехали, третью главу сейчас запустим. Мини-игры, перенос как груза, лабиринт, наркомания. Ну, например, возьми ящик, отнеси ящик к Корнею. Так, это не Корней. Это не Корней. А где Корней? Корней, падла. Сюда иди. Этаж, склад. Блин, а что, только один ящик? Подожди. 0 из 11. Отнеси ящик к Корнею. 0 из 11. Так я, понимаете, не прыгать. А, ну извиняюсь. Уже. Где Корней? Корней я там видел, да? Это, подождите, это, по-моему, Пупси, да? Возьми ящик. Как интересно, ребят. Кто-то играл когда-то в мафию, засетил Lost Heaven во вторую часть? У меня прям ностальгия. Это, наверное, оттуда и была взята идея. Наверное, оттуда идея была взята как раз. Зашибись просто. Просто зашибись. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Настоящие игры, черт возьми. Не, ну серьезно, что ли? А сейчас я вниз пойду, да, и буду. И все по одной, понимаете? Все по одной штуке он берет, этот придурок. У меня сейчас крыша поедет от тебя, придурка. Это очень долго все. Это все очень долго, ребят. Так, да подожди, давай вниз. Вниз, дай башку свою тупую пролазь. Молодец. Допрыгну? Нет, конечно же нет. Ну, конечно же нет. Склад, как назло, внизу, Корней, падла такая вверху, но это естественно. Там бегает то ли Вупсень, то ли Пупсень, я не знаю кто. Не знаю, кто там бегает. Так, он с банданой, да? С кепкой, по-моему. Подождите, а кто с кепкой? С кепкой Вупсень, наверное. А с банданой Пупсень. А, куда я пошел-то? Ой, блин, куда я пошел-то? Я тупой. Не отпустите меня! Пустите меня назад, сука. Ой, 7 из 11. Сейчас 8 ящик отдам, и останется уже не так много. Останется только вот эти подобрать. Это уж попроще будет. Последний. Все, мы закончили. И что? И мне даже ничего не скажут. Мне даже не скажут, что я молодец. Просто в меню. Просто. Все, ты поработала, тварь. Ты, что называется, пролетарское чмо. Ты погрузила вещи, теперь в меню. Мы тебе даже не заплатим. Пошел нахрен. Вообще великолепно. А сказать, что я хороший мальчик там. Ну, хоть что-нибудь сказать, ну. Ладно, в меню. Я понял, доигрывать эти мини-игры смысла не имеет. Лабиринт. Лабиринт — это хреново дело у нас. А куда мне нужно? Пройдено. Наркомания. Что такое? Тут какой-то таймер идет. 2 минуты, типа. Примерно. Короче, я должен посмотреть 2 минуты наркомании. И это приведет к ни к чему, да? Я так понимаю. Я так понимаю, что это приведет к целому ничему. К целому ничему это приведет. Ну давайте, давайте. Какие проблемы? Осталось 3 секунды наркомании, и мы сейчас будем смотреть, и скорее всего ничего не произойдет, и мне просто напишут пройдено, да? Да, конечно же. Ну что ж, теперь осталось найти
Оставшиеся секреты Лунтика Икс, я тоже считаю, нам это надо посмотреть. Сейчас секреты узнаем. Смотрите. Чит-коды, да? Чит-коды. Что у нас тут? ГДР на вторую главу. Вводить в выборе глав. Ну, подождите. Вторую главу я уже прошел, правильно? Мне это не надо. Секрет в настройках. I kill you. Вот. Вот. Вот это нам пригодится. I kill you, значит. I kill you. Доброе, милое послание такое от Лунтика X, судя по всему. I kill you. Окей. Понеслась. Так, нажмите Enter. И мы видим вот это. На этот раз здесь даже нету Лунтика X. Он раньше где-то мог быть, а сейчас его нигде нет. Мы просто видим вот этот сатанинский значок, хер пойми какой, рядом Кузя. Рядом Пупсень, да? Это Пупсень вроде. Вроде это Пупсень. Мне кажется, что Пупсень с вишней. Ну, хотя, может, я, блин, опять напишу, что я перепутал. Но, по-моему, Пупсень с вишней. Короче, нажимаем Enter. Охереть, какой секрет! Боже, какой секрет! Я просто, знаете, я чувствую себя Навальным, который вот просто расследователь. Великий расследователь, великий узнаватель тайного, которое обязательно становится явным. Я просто, нереальная работа была проделана, ребят. Все узнали про Лунтика X, всю подноготную. Прям вообще, вот просто охереть. Потрясающе! Давайте будем на этом заканчивать нашу The Bloody of History Лунтик X. Ну чё, в экзоигру поиграли, секреты все узнали, ящики, как в мафии, потаскали. Чё еще надо, да? Плюс еще и на Пупсеня посмотрели. Нет, на Пупсеня. Да хер пойми, господи. Короче, все, неважно. Я никогда не запомню. Но, по-моему, это все-таки Пупсень. В общем, давайте на этом будем заканчивать. Такая вот игра. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.